Так, кукуна всем. Шо, повключаем свет. Соберись, Василий, ёпки-палки. Так, у меня там машина замерзшая, надо в гараж уже начинать ее ставить. Мне просто там так неудобно заезжать. Бордюры так торчат. Забетонировал же, взял палету, когда было тепло. Вся белая, он стоит в снегу, как черная вола. Надо попробовать вот эту хрень где-то за аквариумом поставить. Она тоже трехцветная. Вот это повыкидывать всю ядрень и матрёне. Так. Ну тут сейчас ночью разоливали, помните, на стриме с вами одну хрень сюда. Ну все тут четко. Толика видели, он ночной житель. Все, Толик уже на месте. В пещере они уже оба сидят. О, голодный край. Голодный край. Сейчас как он включить, чтобы видно. Короче, видно, что вода. Я не буду сейчас им свет включать, я потом им свет включу. Попозже. Но результат этой фишки будет не сразу. Ну вот, по-моему, уже... Не, еще не побелела эта бородень. Но видно будет потом ее. Но она работает. Так, а где тут эти тараканы? Где-то, где? Тут, на месте, вон они. Вон они сидят. В рамке выжившие 5 штук. Удивительно. Так-с. Шо, этим включим свет. Угу. Угу. Как вас вылавливать отсюда, а? Чтоб не трогать, растюхи вот это. Так как-то потихоньку, наверное, надо, я не знаю, как их вылавливать. Тут по одной, по две, по пять. Чтоб сюда скалеру запустить. Я не хочу нарушать вот это. Пусть растет она сама по себе в грунте. Она тут так пошла прикольно, вот эта волька. А то под камнем она была прижата, ее не трогали. Вот эти бегемоты. Так, ладно, ожидайте вы, кормехи. Пошли дальше туда, посмотрим, что там. Что тут у нас? Что тут у нас? С чего начать? Там можно тут пока не включать свет. Вот он солнышко светит утром и все пучком. Что там с этим панцирем лежит? Надо, наверное, его уже убрать. Он аж примяло его. Надо его убрать, этот панцирь. Он не голодный. Холодом он у меня не страдает. Ну, такой. Да. Крепенький панциречек у него. Ну, что-то он поел. Не, съел он, видите, вот верхушку съел. О. Короче, Халк трансформировался. Халк сбросил панцирь свой. Так. По верхам пошли. Так, я починил. Выключатель починил я, конечно. О. Вон гупешка сидит, рожать собралась. А хай рожает. Хай скалярей поедят как раз. Анцик, смотрю, он сидит тут. Ага. Что тут имеем? Так, сегодня это очередь аквариума. Вода вчера набралась. Вчера я еще слил. Тут воду. Так, этим можно включить. Сейчас помпец пусть погоняет. Чуть-чуть водичку погоняет. Разбудит и всех так. Вот тут я вчера еще слил 2 ведра воды. Короче, вот так вот я слил воды полностью. Вот так. Там набралось 3 ведра, еще добрал. И поменял мочалыгу. Тут поставил большую мочалку. Такс и такс. Да тут все четко, все у них пролезно. Что тут? О, этим включить надо. О, маленькие анцечки, видите? Тюк-тюк-тюк-тюк. А остальные все же на втором этаже, чьи в Валерином аквариуме. Пусть этих тоже чуть-чуть поболтают. Перед едой аппетит нагонит. Так, что мы тут имеем?
Тут, конечно, жесткое перенаселение мы имеем. Что мы тут имеем? Тут тоже можно пока свет не включать. Что там по минорам? У нас сколько полегло? Надо посмотреть. Тут сидят он. Ага, что тут у нас? Я вчера мочалку помыл. Ну, видите, вода какая стала. Все четко. А, я помыл, поставил ее, а не включил. Ничего страшного. Все. Включили этим тут течение. Ну, тоже свет пока можно погасить и этим. Хватает им пока тут света от этих всех аквариумов. Что там миноры меня интересуют? Да, нормально. Сидят. Минориусы сидят. Что мы там трупы имеем? Я вчера отсифонил их, кто на стриме. Ну, нету вроде никого, ничего. Так. Ну, нормально, в общем. Все. Кому интересно, подписываемся. Оставляем комментарии. Спасибо за просмотр. Все, всех разбудили. Буду сейчас всех кормить. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. А что сейчас снимать, я вам больше? Я не знаю. Ну, что вам снимать? Одно и то же. Наверное, сделаем перерывчик мы. По видео показывать нечего, одно и то же постоянно. В общем, как-то так. О, забегали тоже. Ну вот это надо, вот их сюда уже, отсюда выловить старшаков всех, поотдавать их, я не знаю, астрикам поотдавать этих уран, нарезать их тогда, поотдавать им. А ту сотку вылавливать пока сюда, в этот аквариум Валеры, а потом вот это все вынимать отсюда, все растения, и вот это все переселять сюда. Ну и, соответственно, вот это же колхоз сюда весь. Как-то так. Все. Всем пока. Мир, дружба, жвачка.